Глава Северского района Андрей Дорошевский провел расширенное планерное совещание с руководителями служб и ведомств муниципалитета. На повестке дня было несколько важнейших вопросов, один из которых – проводимая работа по борьбе с несанкционированной торговлей. Буквально в каждом поселении района существуют такие точки. Например, в станице Северской располагаются они в основном на улице Народная, в селе Львовском на улице Советская, в Азовской на улице Октябрьская, в поселке Черноморском на улице Юбилейная. Заместитель главного инженера филиала номер 12 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Сергей Бабаев доложил о ходе строительно-монтажных работ, проходящих в рамках реализации программы «Догазификация». Темпы удалось нарастить за счет увеличения количества подрядчиков и бригад, осуществляющих строительство. Обсудили и подготовку объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду. На эти цели запланировано более 31 миллиона рублей. Начальник управления по координации работы жилищно-коммунального комплекса Евгений Овчинников доложил, что на сегодняшний день полностью готовы к эксплуатации с наступлением холодов 19 котельных. Ремонтируются теплотрассы и устраняются замечания Ростехнадзора. Помимо школ, детских садов, больниц и других социальных объектов, центральным отоплением пользуются около 200 многоквартирных домов. До конца августа здесь должны быть завершены промывка и опрессовка систем. Глава района настоятельно рекомендовал провести пробные пуски по всем котельным еще до наступления отопительного сезона. Сейчас отопительный сезон начнется и будет. То котел остановился, котельная стала, трубы порвали. Начинают там героически все устранять это все, потом вешать себе на грудь ордена и медали за устранение порывов, не знаю, в непогоду какую-то при минус 20. Коллеги, так не пойдет. Главам поселений рекомендовано активизировать работу по заключению договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоэтажках с непосредственным способом управления. Отсутствие договора чревато отключением газа. Наибольшее количество домов, где жильцы по каким-то причинам отказываются это сделать, находится в поселке Черноморский, 14 домов, и по одному в станицах Смоленской и Григорьевской.